это да. Комендант ничего не решает. Танцы, говорю, мужики, такое дело. Два дня, как говорим, маловато будет. Уже спим на бетоне, елки зеленые. Помогите, они говорят, мы говорим, чем можем, поможем. Вот они нам две комнаты пустые дали, сразу пошла, человек там устроил. И еще там по два, по три человека еще так. Вот кончик еще эти кировчан устроили. Так что нормально, сегодня тепло хоть будет спать. Сейчас поставили снова коробки, но нам тоже, наверное, сказали, да? Нет. Ну мы здесь, у нас. Ну, Куликов был, сказал опять выставить. В том же порядке, что вчера ставили. А мы здесь стоим. Ты улетел, что ли? Он улетел сейчас, Куликов? Да? Он не улетал. Сейчас улетел, на вертушке не улетел. На вертушке улетел этот. Как он? Наш Тихомир. Тихомир улетел. Ну, мы провожали. Тогда виноват. Просто же мне кировчане сказали, я сам не видел. Не, мы провожали Тихомира. Он один улетел. Но тем не менее, он сказал, что вообще выстрелил. Ветеров, значит, водитель, наводчик и командир. Я в курсе. Все, ну, поставишь. Да не имеет ни сколько времени, так сейчас, как неизвестный комитет. Ну так больше новостей нет. Ну, про пятую комендатуру, наверное, не меньше меня знаете. Больше тоже подслушиваю. Один 200 и двое раненых. А ТСКМ у них 200, да? Ну я не понял, кто. ТСКМ, по-моему. Вот. На 22-ю, буря 22-ю, помощь пришла. Туда, значит, колонна вошла. Войсковая. Да, войсковая колонна. Значит, на речи. Ну, пока все. Не знаю, сейчас жду, может, на совещание пригласят соизвода. Там он их собирал, Куликов-то, всех комендантов. Да. Ну, у них там толпа была вообще уже, может быть, у комендантов в этой комнате там не пропихнуться было. Генерал толпу икону. Ну, ладно, братья славяне. Сидим, берем. А вот они. Ты как Куликова пойдет? Куликова-то меня не позовут. Вадик. На совещание. А Вадик, комендант Чечни, должны пригласить. Давай, вчера, по крайней мере, пригласили. Иду брать, за наш пять сезон. Давай, за нас, ребята, за сезон. Разберем это. Там горшинка, хоть вода есть. Да? Вода, душ есть даже. Кошмар. Туалеты. Ну, конечно, уходит там подушка. Давайте вот, разбирать. Да, Юрий, сделаем. Пойдем, браток, тут походи. Ну, тут налито. Тут все. Я все разлил. Тепло у меня, пацаны, тут раздели. Впервые за трое суток. Мы хоть с ними там поговорил. Вспомнили. Оказалось, что я служил там один из них. Дом обороны. Входи, ты милей. Вот, не был, я нас уволился в 90-м году. Вот еще есть, там как свободно. Забор стоит, я еще на Серега, елка зеленая. Не, ничего не видел, мы подошли. Я подошел, снял Серега, елка зеленая. Вы как раз после вас. Герой Майами Русавели, видите, в тигровой шкуре. Мы в трижды оставались. Сейчас скажу. Вытащили, вот первых мы забрали, Бажина забрали. Ну все уже, ну кто там. Потом солдатика забрали и Сережку Маслова раненый был. Южный хвост. Сейчас здесь. С кургана. Пацан. Потом снова туда сунулись. Еще троих вытащили. Потом пришли, когда вот этот Сашка был, умрел на седьмом. Он говорит, вытащили, что смогли. Раненый есть, нету. Старые там постояли. Тогда еще клен один дарал, что я к вам через 13 минут прибуду. Нахрен ты нужен. Чипаги! А с этим переговорить. Когда уже сильнее начал, да? Ясизм уже. Ну а седьмого, как вы поняли, ребят, хорошо, что так у нас все сошло. Но вот пацаны говорят, вы на нас выдавили. Но дальше нам было пройти там, чтобы мы же ничего уже не знали. Дальше мы сунулись на 6 минут. Второй день? Ну, на 7 числа. Я говорю, да мы их выдавили. Они же бегали. Вы же видели. Мы видели, мы по ним стреляли. Да. Мы стреляли. У меня бетер прошел еще на 100 метров дальше. Еще туда. Дальше. Я пацаны четверо прыгнул, что-то проверили. Она сказала, что где-то Женя Роткин. Курган где-то лежит. Но он лежал прямо на перекрестке. Говорили, не нашли его. Ну как по рации говорили, он должен был вот под этот этаж в развалинах.
Мне пацаны четверо выскочили на бедре, еще 100 метров дальше в церкви. Прошли там, ничего нету, они вернулись. Вот этот, мой бедр вернулся. Они говорят, там никого нету. Тогда мы БМПшкой сломали забор, зашли в этих Пермяков. 7 человек мы сразу себе в броню загрузили, вывезли. А у нас тут там прям на руках умер. Ну, я видел. Это сфера бета. Сфера бета. Да, да. Ну, здоровенький такой. Он нашему черту. Сережки он этот, у которого рука полная, ну, еще бинтовал. Мы эти перемещения там видели. Там внутрь дальше мы полезли, за ним не шли. А, народу они все развалины. А БМПшки и БТР, горят быстро. Они бы опять... Ты понимаешь, что нас спасут, что у нас были танки. И это чисто психологически там, они же разгромили. Ну, противника не было. Их не было. А то, что ушли, да, вовремя. Нас спасло. Согласен. Просто говорю, вот их немножко шуганули танками. Вылезли где? На 6-м, на 8-м. Их выдавили просто. У них другая задача была, они задачу на месте сделали. Где он сделал, ушел? Там, прикинь, потери. Не, ну, по седьмому я вообще хуею. Там, где вот мы заняли позицию, там никого не было, да? Это такая позиция, пиздец, там все простреливают, все просматривается. И над блоком, чтобы там никого не было. Дураком надо. Вот именно, понимаешь? Ну, сразу там, блядь, поставить пулеметы и все. 6-го числа надо было кому-то, из командиров. Да вообще над этим блоком надо было иметь там позицию. Ты знаешь, вот здесь расслабуха царила долго. Вот даже, допустим, в ГОШ, да? Когда мы стали про план крепость, вот как тебе в тот раз, нас тоже так же нас не подняли. Да вы что, да туда-сюда. Мы говорим, да, извините, я помню, говорим, если блокируют, извините, что делать? Я сколько, 3 дня назад сказал, что с первого дня мы когда приехали... Ну вот сейчас началось это, сейчас я вспомню. Тогда ты сказал назад, Игорь, когда 2 дня назад сказал, что надо брать, да? 40 человек гарнизон ставить, Игорь, мне говорит, канистра, куда ты нахуй лезешь? Я же не стал тебя предлагать к этому делу, потому что я замолчал. Командир, скажу, блядь, вот так вот, и без людей говорю, Лёха, командир, понимаешь, что, блядь, чисто, блядь, за свою идею не надо выдавать, правильно? Говорю, надо институт возьмите, 40 человек обставите, пару, блядь, поставьте, 40 ОМОНов поставьте, и вы, блядь, купите патрулей. Ну, и это закончилось с тем, что мы это просто там засаду выставляли на... Ну, выставляли на засаду. Нет, это уже... Нет. Это уже после этого, я говорю, захватите, говорю, здание, ничего, здание. Захватите, мы говорили с самого начала, Юрий. Да, и трассу будет контролировать полностью. Да. 40 человек опасаются автоматами с пулеметами, блядь. Ну, ТГС. По крайней мере, походу, ГОШу были бы нами контролировать. Что это делать? Что требуется? Чтобы взять ГОШ, надо было сдавать. Газета. Понимаешь? А когда кладешь, падает. Патрульщики, молодцы. А сколько ты будешь разбираться в той позиции? Там пятиэтажки? Сколько комнат? Позицию ходи, меня запнувшие. Встречали эти дети? У меня с ними роляем. Постоянно убивают алкоголь. Нет жена. Ты знаешь, что еще убивают? Вот. А ребят положили за что? За то, что вытаскивали. Хорошо, святое дело. Но почему, когда нас вытаскивали, нам никто не помогал? Почему СОБР везде каждый этой затычка? Что, камикадзе, что ли, елки зеленые? Так и было. Специальное отдел быстрого реагирования. Спецназ офицерского состава. Ни много, ни мало. Что можем, делали, не трусили, не танцевали. Обидно, да. А он кто-то нас выдохнул. Ребят только положили. Кто-то нас были. Они тавр. Это сегодня мы подсчитывали. Извините, я перебью. Смотри, мы сегодня подсчитывали. 29 человек только по нашим. Нет, погибло. 200. Ну, спасибо, вы если когда в морг. 22 здесь только лежит. Сегодняшним? Да, 22 здесь. Это по журналу, я сам смотрел. 22 здесь. Вон со мной вытащены все. Четверо не вытащены курганских, не вытащены. Один сгорел в БРДМке. Кости я не стал забирать. 27. Вот. 27. Да, 27. Потом... На пятом поясном. Да. Там кто-то еще. Ну, умер. Вот еще 28. Да. Ну, что уж я посчитал. Так, еще на один. На пятый, по-моему, со СКМ был. Нет, там...
Юрич, там еще один, они кричали. Он говорит, раненый, говорит. Там он говорит, Потому что Эскаевенс искал своего шефа, того не было. Он говорит, вы что, ёб твою мать, не можете помочь, нахуй, хотите, чтобы у меня было еще больше 200 здесь? Правильно, потому что у него два раненых, там он. Ну, сейчас, смотри, еще два собраться, Пермяков, опять же. На 15-м блоку посту застряли. Ну, они нормальные там. Ну, нормальные, но ты извини, они застряли. Повредили. Сегодня же. Там главное, смотри, потери люди. Обычно убитый к раненым 3 к 1 идет. А это, блядь, один к одному, блядь. Да. 30 ранен, 30 убитых. Там их добивали. Добивали, то, что вот эти вот сутки. Да и за ночь умер где-то. Да вот, ребят, вот целый завод, это сам все хуйня. Вот здесь полотенце. 13 человек у них пропало все. 4 человека осталось. Сейчас смотри, водный отряд. Ну давай так, считать. У нас было 197 человек. Водный отряд соболевал. 197 человек. Вот, считай. Ну, 60-70, отними, сколько остается? 120. Ну, 30% кидень маме. Ушло. Да. Не считай сопровождающих. Да. В нашей системе. Не знаю, насколько верили информации, якобы сказали, что в Моздоке 3000 стоит войск, 300 ОМОНов. ОМОН стоит. Да, и 230 соболей. Это вместе с водный отряд. Там ОМОН, соболей, ОЦН. Это московский регион, там выкатили они всех. По тревоге подняли. Да. Дарья, что делать? Я когда был в Моздоке, там они уже были сидели. Рухович. Дело в том, что в Дагестане стоит наш водный отряд. И где-то в Тарополе. Из-за этих событий последних. Держит два отряда. Хуя, какие отряды. Какой-то организации нет, бардак, командует. Ну, у них, в принципе, сейчас он правильно, Вычижанин, мыслит. Он сейчас хочет что сделать? Со всех комендатур вытянуть на ГУОШ, да. Бить колонну и просто уводить. Ну, понятно. У нас всегда... Они по одной короткой бой бросать нам. Хорошая мысля приходит постоянно. А сейчас уже машина выходит сама собой. Уже поздно. По одной машинке, коробочке, будем бросать. Или кулаком, или вообще не вижу. Ну, если сейчас федералы помогут, то мы ребят выделим. А ты сами пойдем. Серега, если бы ДКБ для нас еще раз и грибы. Организации нет, порядка нет. Генерал приехал, начали стрелять. А куда стреляют? Эти там якобы им дали какие-то там точки, вот они сейчас гаубиц накрывают. Слушай, ну сколько по этим, зачистка по этим точкам месяц. Стрелять-то начали, когда Куликов приехал. Да. Я чтобы он слышал, дорогой, когда он здесь сидит, тебя баба, блядь. Кому-то же ордена надо получать. Что здесь война, здесь неспокойно, доказывает нам, доказывает. Ну, кстати говоря, твоя прошла информация. Да, прошла. Один раз, а потом все. Кто еще будет, парни? Кто еще будет? Прошло и кроссоверы прошло, все прошло. Прошло кроссоверы? Прошло. Да, и, кстати, показали какой-то видеоматериал. Да, говорят. Но, а вот какой, я не знаю, там не видел. Так, а мы сюжет не знаю. Нет, а у меня вот. Да, сказали, прошло. Я налил аэропорт. Ты знаешь, мне бабачил, с тобой вон.